Всех приветствую, друзья, на своем канале. Сегодня принесли такую Sony Xperia таблет Z, модель SGP-321. Вот. В неживом состоянии. Я думал, что проблема с зарядкой, потому что она сомнительно выглядит. Вот. Скорее всего, изломана внутри. На зарядку не реагирует, не включается. Давайте откроем, посмотрим. Снимаем заднюю крышку. Снимаем по периметру. Перед этим нагреваем. Температура 300 градусов у меня стоит. Несложно снимается крышка. Дальше продвигаемся по периметру. Лучше нагреть, чтобы не деформировать крышку. В середине тоже приклеено немного. Так, картонный лист снимается. Да, такой вот лист сняли. Да, скотча такого у нас точно нового нету. Будем проклеивать, чем есть.
Так, давайте посмотрим на гнездо зарядки. Честно говоря, ни разу не менял. Разбирал, ремонтировал с другой проблемой. Я не обращал внимания на гнездо. Так, понимаю, он здесь отдельным модулем у нас идет. Судя по всему, контакты, динамика. Да, здесь находятся контакты, динамика, гнездо зарядки. Вот у нас получается в одном модуле. В одном модуле. Так, давайте проверим. Да, он взломан, можно даже не прозванивать. Видите, да? Так, убираем планшет пока. Убираем планшет. Такого шлейфа у нас нету, но я думаю, не так страшно. Судя по всему, несложно будет его заменить. Зажимаем в держак, чтобы его можно было снять термофеном. Вот как-то так. Так, я ставлю на паузу, чтобы поискать гнездо зарядки, похоже на это. Дальше продолжим. Итак, друзья, снова я. Гнездо я нашел, не идентичное, но практически такое же. Я думаю, прекрасно подойдет. На 5 пинов, как и у нас. Вот. Также могу посоветовать, если у кого-то нет такого гнезда, можете заказать гнездо на старую модель Sony Xperia, Sony Ericsson Vivos. Вот, оно почти такое же. Я думаю, что подойдет. Ну или заказать в интернете. Именно гнездо на данный таблет. Итак, устанавливаем держак. Ставлю 250 градусов. Добавляем флюс. Снимаем гнездо. Гнездо. Так. Давайте добавим припоя. К сожалению, паяльник у меня был выключен. Ставлю на паузу. Итак, нагрели паяльник. Добавим еще флюс, внесем припоя дополнительно. Вот смотрите, вот у нас старый пин, который мы только что сняли. Видите, да? Только три контакта осталось. Вот. И два контакта обломаны.
Вот они у нас здесь находятся. Сейчас мы их снимем. Добавим припоя на контакты. Включаем фен. Греем поверхность. Не спешите ставить новое гнездо. Вот. Подождите, пока расплавится припой. Вот видите, цвет поменялся. Цвет поменялся. Все плавится. Ставим новый пин. 250 градусов, повторюсь, у меня стоит на термофене. Не надо ставить больше, дабы не сжечь вот этот вот шлейф. Он очень тонкий. Итак, можем добавить флюс при необходимости. Достаточно. Снимаем. Проверяем под микроскопом. Если у вас нет микроскопа, можете иголкой проверить. Итак, друзья, все у нас нормально припаялось. Вот я сейчас смотрю под микроскопом. Все в порядке. Вот. К сожалению, съемку под микроскопом у нас мы произвести пока не можем. Если что-то не так, можете подпаять контакты. Можете дополнительно припой еще добавить, если что-то не нравится. В общем-то, все готово. Собираем планшет. Ставим гнездо обратно. Контакты, динамика. Пластиковая заглушка. Металлическая. Перепутал в сторону. Вот так вот у нас все было. Стягиваем винтами. Так, здесь у нас винтик был. Давайте проверим. Лампочка загорелась, сразу показываю. Сейчас, вероятнее всего, появится батарейка. Она, скорее всего, на нуле. Вот, а пока давайте я вам покажу, что у нас осталось после крышки. Вот, все это нам нужно будет удалить. Я, наверное, не буду все это снимать, потому что тут совсем просто. Герметичного скотча у нас нету. Вот. Поэтому будем проклеивать обычным вот таким.
Если у вас такого нету, то нарезайте другой. То есть будем снимать сразу по две полоски. Вот, вот так вот. И проклеивать полностью весь периметр. Полностью весь периметр планшета. Перед этим, конечно, нужно будет его вычистить. Вот так вот, видите. Здесь вот, в общем, по всему периметру проклеиваем, ставим крышку обратно. Ну вот, батарейка пока еще не появилась. Давайте посмотрим, как протекает зарядка у нас, чтобы полностью убедиться. Зарядка пошла. Пожалуйста, все идет, все заряжается, 3.27, уже 3.28. Можно смело не дожидаться логотипа батарейки, собирать планшет, проклеивать, ставить на место крышку. Итак, друзья, с вами был Дов. Сегодня мы поменяли гнездо зарядки на Sony Xperia Tablet Z SGP321 модель. Всем спасибо за внимание. И всем удачного дня. До свидания.